Это подарок. Примите. Это придаст вам сил. Поможет в пути. Если выдержите скачок мощности. Свои системы чистый агент энергии. Похоже, она вам на пользу. Ха. Я открою для вас и все остальные агент ячейки в комплексе. Вега, дай то, что он хочет. 61 337 сотрудников УАК погибли. 81% территории комплекса заблокировано. Уровень демонического присутствия на марсианском комплексе достиг критической величины. Согласно записям Хайдена, вторжение началось в комплексе «Лазарь». Была активирована адская волна, преобразовавшая 64% персонала УАК в тех существ, которые теперь рыщут по всему комплексу. Остальные были убиты демонами, выпущенными Оливией Пирс. Пожалуй, я должен извиниться за все, что здесь произошло. Некоторые мои сотрудники зашли слишком далеко. Оливия, прежде всего. Я полагаю, вам рано или поздно придется с ней разобраться. Возможно, вам не нравятся наши технологии, но знайте, исследования ада велись исключительно ради блага человечества. То, что вы видите сейчас, цена прогресса. Ха. Впрочем, это уже не важно. На литейной фабрике возникла чрезвычайная ситуация. Регуляторы уничтожены, и температура ядра вышла из-под контроля. Они захватили соседний комплекс. Если не включить вентиляционные турбины, мы все погибнем. После диагностики претерианского бронекостюма я выяснил, что смогу ускорить улучшение вашего арсенала, если измерю вашу боевую эффективность. Я добавил отслеживающую метку на ваш нашлемный дисплей.